Ну что ж, ребятушки, всем привет! Рад приветствовать вас всех на своем канале. Сегодня мы будем распаковывать вот такие вот наклеечки FIFA 365 в ожидании нашей дособираемой коллекции Евро 2020. Осталось совсем немного. Заснимем видос по полному альбому Евро 2020. Расскажу, сколько у меня ушло сил, терпения и финансовых затрат, чтобы собрать альбом Евро 2020. Ну, а в этом видео я бы хотел найти Мохаммеда Салаха и Серхио Рамоса из этой коллекции, так как Роналдо, Месси, Неймар уже все попались, Эрик Хорланд, а вот Рамоса и Салаха до сих пор почему-то нет. Ну вот, кстати, также хочу анонсировать конкурс на следующем видео. По лайкам, комментариям все будет подробно указано. По коллекции Евро 2020 разыграем наклеечки. Предыдущий конкурс не получилось разыграть, так как желаемое число подписчиков не набралось. Так что, может, в этот раз нам повезет. Ну что же, давайте пораспакуем, посмотрим, что здесь. Где Салах, где Рамос, где кто. Ну что, первый пакетик. Пошел. Так. ПСЖ, Маркинес, Эпрессель, Кимпембе. Сюда. Манчестер Сити, Илькай Гюндоган, Александр Тинченко. Двойняшки. Тила Керрер и Абду Диало. Это у нас ПСЖ. Так, Ювентус, блестяшка. Вот, круто. Так, Иван Марконе. Это у нас Бока Хуниорс. Так. Вы знаете, всегда такое ощущение ностальгии из детства, когда разворачиваешь эти пакетики. Вот. Так, Ян Облак. Атлетико Мадрид, вратарь. Сюда его. Это что такое? Вот так, кубок. 1930-1970 год. Так, Шальки. Матуо Настасич и Тимо Беккер. Защитника, двойняшки. Барселона, Серхио Бускетс и Серхио Роберто. Это полузащита и защита, соответственно. Боруссия, Дортмунд, Марко Ройс, Торган Азар. Так, два пакетика открыли. Так. Бразилия и Мексика. Это у нас что? Молодежный чемпионат мира, наверное, какой-то. Так. О, FIFA World. Музей футбола. Прикольно. Такой наклейки у меня еще нет. Лайнап, Интер. Ханданович. Шкринер, Девриш, Бастони, Эриксон, Лукак, Мартинес. Да, Барелла. Так, состав того года. Так, опять какой-то чувак, который выиграл тут что-то все у нас на Xbox. И мячи, исторические мячи. А, чемпионат мира в Бразилии, 50-й год. А, и Чили, чемпионат мира, 62-й год. Такие мячики были официальные. Тоже прикольно. Так, ну что ж. Ни Рамоса, ни Салаха нет. Зато есть у нас Реал Мадрид, Винисиус Джуниор и Эден Азар. Два нападения, двойняшки. Так, это у нас постеры. Мексика, 86-й год, Италия, 90-й, чемпионаты мира. Прикольно. Федерико Бернардески и Пауло Дибала. Ювентус, два нападающих, двойняшки. Бьянка Селести, Лацио. Вот. Так, дальше идем. Лацио, Луис Филиппо и Франческо Черби, два защитника. Так, сюда двойняшки. Также меня спрашивают в комментариях, где видосы, почему нет видосов, когда новые видосы. Ребят, но коллекции не такие уж часто выпускаемые, поэтому такие вот промежутки происходят в снятиях роликов, в выпусках. Так, Аарон Ван Бисака, у нас Манчестер Юнайтед. Чё, круто. Марк-Андре Тер Штеген, Барселона, вратарь, тоже круто. И опять Тер Штеген и Нета, Барселона, двойняшки, клёво. Бавария, это у нас Вымпел, латинка, клево. И Марко Ройс, о, клево, в движении, видимо, на тренировке бежит куда-то. Так, за мячом, так, чего бежит. Или за фотографа, который мяч забрал. Так, Луис Альберто, Интер, о, простите, Лацио. Серж Гнабри, Бавария. Так, вот и Интер. Такая наклейка была.
Так, отдельно куда сюда. Так, Ливерпуль. О, Салах. Салах, но не тот. Ну, в смысле, тот Салах, но не такую, не такая карточка. Ну, что, тоже пойдет. И Манчестер Сити, Джон Стоунс и Бенджамин Менди. Менду или Менди. Как правильно, как произносится. Так. Следующий. Хотите? Это у нас кто? Барселона. Барселона лайнап. Построение на игру типа. Суарес, Месси, Гризман. Минус, минус, минус. Так, Де Йонг, Бускетс, Пьянич, Семедо, Пике, Гарингле, Джорди Альба, Терштеген на воротах. Так, Аякс. Дай 5. Туда. О, логотип коллекции Ферва 365. Золотинка. 15 номер. Прикольно. Так, Лацо, Бастос и Джордан Лукаку. Два защитника. Эстебан Андрада. Это у нас Бока Хуниорс. Южная Америка. Так, следующий пакетик у нас. Так, Интер. Праздничный момент. Забили гол. Клево. Сюда. Марсель, Атлетик, Марсель. Вымпел. Так, где у нас золотинки? Это у нас Лоугранос, это Барселона. Вымпел. Золотинка. Так, Марсель опять, Бонасар. Так. И Реал Мадрид. Даниэль Карвахаль и Ферланд Менди. Два защитника. Так, знаете, ребят, что? Вот из такого блока по этой коллекции, у меня выпала всего одна повторяшка. То есть из 250 наклеек выпала всего одна повторяшка. Очень прикольно. Например, из такого же блока, но уже по коллекции Евро 2020, было порядка 45 повторяшек. 45. Вот. Ну что ж, давайте дальше смотреть, кто здесь. Ливерпуль, Джорджо Виналдум и такой Минамино, важняшки. О, Чиро Иммобиле, ну тоже неплохо. Лацио, блестяшка. Там в движении фотка, клево, мне нравится. Так, Гаррет Бейл, Марк Асенсио. Реал Мадрид, важняшки. Опять у нас важняшки. Кевин Де Брюйн и Рахим Стерлинг. Манчестер Сити, вот, тоже неплохо. Четко. Так, лайнап. Тадич, Промес, Ван де Бик. А, ну это Аякс, да? Тоже старый состав. Ну как старый, прошлогодний. Так, дальше поехали. Здесь что? Анхель Ди Мария. Так. Чемпионат мира. 2014 год, Бразилии проходил. Такой постер. Так, вот сюда. Луан. Ну что? Коринтианс, да, по-моему, Южная Америка. Лайнап опять Коринтианс. Так, блестяшки. И вот опять какой-то чувак выиграл какой-то кубок игроков виртуальных. Так, сюда его. Чик. Завец. Да, сюда блестяшки. Шальке. Салсердар на Симбуже Лап. Это у нас Шальке, да? Конечно. О, Серхио Рамос и Эдер Милитао. Ну, Серхио Рамос, конечно, хотелось бы поймать вот на такой карточке. Вот. Отдельно он есть. Там, по-моему, даже золотинка есть. Так, двойняшки. Штефан Сабич. У нас Атлетик Мадрид. И двойняшки Шальки. Салиф Сане и Озан Кабак. Так. Озан Кабак. Турция. Так, Ливерпуль. Первое место. Такая наклейка есть у меня. Так, опять у нас какие-то плакаты. 1930 год. Уругвай. И что-то, ну, не подскажу, что здесь такое. Швейцария, может быть. А, Италия. Чемпионат, да, чемпионат мира тоже. Ну, в общем, интересно, надо почитать, посмотреть. Так, опять чувак, который выиграл. Что-то там в приставку. Ювентус. Кубок. Серия А. Круто. На стадионе, да? Прикольно. Так, и что здесь у нас? И Манчестер Сити, Ред Морес и Фернандиньо. Два полузащитника, двойняшки. Прикольно. Так, дальше поехали. О, Манчестер Сити, Дэвид Де Хеа и Эрик Бейли. Вратарь и
и защита. Клево, клево, мне нравится. Отлично, двойняшки. Атлетико Мадрид, Сантьяго Ариас и Марио Хермозо. Это два защитника. Манчестер Сити, лайнап. Круто. Так, Аякс. Гарри Лидинг и Юрген Экеленкамп. Два полузащитника, двойняшки. Бавария, Джошуа Кимих и Хави Мартинес. Два полузащитника. Прикольно. Ага. Осталось всего 5-6 пакетиков. Кайл Уокер, Манчестер Сити. Клево. Томаш Таркоша, Эдмос Лацио. Сергей Милинкович Савич, Эдмос Лацио. О, Вирджил ван Дайк. Тоже неплохо, Ливерпуль. Смотрите, какая клевая фотка, да? Как реклама Найка, как будто бы. Золотинка. Так, Шальки, коридор на стадион. Прикольно. Фотография. Так, дальше. Где же Салах? Пока нету. Так, Манчестер, Фред и Поль Погба. Поль Погба еще с прической. А, ну он в этом сезоне, конечно, с прической. Я перепутал его немножко. Так, ну ладно. Манчестер. Клаб Америка. Южноамериканские команды. Роджер Мартинес и Николас Кастилла. Поняшки. Так, Серхио Пускетс, Барселона. Садио Мане. Ливерпуль. И Ливерпуль, блестяшка. Ну ничего, прикольно. Здорово. Так, а перепутал я, наверное, Поля Погба с Марсиалем. А Марсиалем у нас лысый бегает в этом году. Так. Клаб Америка. Сантьяго Касерес и Ричард Санчес. Поняшки. Лаутаро Мартинес. Интер. Сюда. О, Каримушка. Карим Бензима. Тут отлично. Реал Мадрид. Лацо, Марко Пароло, Сергей Милинкович Савич, двойняшки. Вратарь, Самир Ханданович, Интер. Так, осталось 4 пакетика. Так, это у нас обложка. 365 FIFA коллекция. Так. Сюда. Шальке, Ахмед Кутуцу. Гуда Бургшталер. Шальки, двойняшки. Марсель, двойняшки. Внимание, Радонич и Саиф Один Хауи. Интер. Милан Скринер и Андреа Раноче. Два защитника. И ПСЖ. Все обнимаются. Мбаппе забил гол. Так, молодец. Сюда его. Так, следующее. Ювентус. Ювентус вижу на подходе. Так, все верно. Данила Эмерик Демираль. Два защитника, двойняшки. Бавария, Николас Шули и Джером Буатенг, два защитника. ПСЖ Андре Херрера и Павло Сарабия, два полузащитника, двойняшки. Бока Хуниорс, Эдуардо Сальви и Агустино Бандо. Так, и Мануэль Нойер. Так, ну отлично. Осталось два пакетика. Два пакетика всего из 20 штук. Ни тебе Рамоса, ни тебе Салаха. Так, ПСЖ, лайнап. Сюда, блестяшку. Так, Бока Хуниорс, автобус. Прикольно. Блестит весь, светится. Так, туда. Неймар прикатился. Такой уже есть. Сюда. Дели Блайнд. Аякс. Прикольно. Интер. Самир Ханданович, Штефан Деври. Вратарь и защитник, соответственно. Ну что ж, последний пакетик. Последний пакетик. Тоже здесь Габриэль, Ласкаритинс. Так, Ювентус. Такая тоже наклейка есть. Так, это Ласкаритинс. Что-то не другого держит. Что-то происходит. Так, Аякс, Квинси Промес и Душан Тадич. Такая наклейка тоже есть, ничего. И Донни ван де Бик, Аякс на золотинке. Ну что, ребят, к сожалению, не Серхио Рамос. Ни Мохаммед Салах нам не выпал. Ну что ж, ладно, будем искать дальше. А вам всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ждите следующих видео. Там будет много интересного. Ну и конкурс, конечно же, проведем. Давайте, всем пока, удачи.